Международный женский день – волнительный праздник не только для прекрасной половины человечества. В канун праздника цветочные магазины становятся местом встречи для мужчин всех возрастов. И каждый, выбирая цветы, старается создать такой букет, который бы поразил его вторую половинку. Все девушки без исключения любят ранункулюсы. Это вот такой цветочек, как ты видишь, такой пионовидный. Очень долго стоит, очень хорошо. Также гортензия, которая сейчас находится именно вот в тренде, в моде. И матиола. Как рассказала нам Екатерина, флорист с многолетним стажем, сегодня девушки отдают предпочтение цветам-букетам пастельных тонов. Покупая цветы на 8 марта, мужчинам следует помнить, что порой эксклюзивность букета важнее его пышности. Как говорят специалисты, не существует универсального букета. Выбирая такой подарок, следует учитывать интересы, предпочтения и даже возраст того, кому он предназначен. Самое главное, если ты хочешь, чтобы девушке понравился твой подарок там, или букет, надо его делать с душой. И дарить тоже с душой. И тогда он в любом случае понравится. Чтобы букет радовал своим ароматом и красотой как можно дольше, при покупке обратите внимание на плотность бутонов. Они должны быть упругие, без завядших и гнилых лепестков. Специалисты цветочной индустрии утверждают, если цветам ежедневно подрезать стебли и менять воду в вазе, хорошая композиция простоит минимум неделю. Кирилл Васейнов, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24.